Ну вот они, шайбы получены, дорогие друзья. Завтра мы встречаемся в 10 утра. Конькова. Фишки. В казино фишки вот так. Подожди, в Конькова это будет в 10 утра? Да. Я буду там, кстати, в 10. Нет, нельзя. А, вот видишь? Что значит там видишь? Самое интересное, все нельзя. Почему? Там будет Володя из этого, из Усова, и еще один человек. Так я буду в Конькова в 10. Я понял, но мы домой идем к человеку. Ну так узнаю, может мне можно. Он говорил, можно не больше 3-2 человек? Ну, позвони, узнай за меня. Как? Мы с Рыбниковым подъедем. Скажи, мы вот с Рыбниковым хотим подъехать. Узнай хотя бы. Тебя бессмысленно... За это ж тебя бить не буду. Еще раз, он показывает электрическую схему, которая представлена на чертеже. Если ты по ней не можешь задать компетентного вопроса... Заливай. Если ты там не можешь задать компетентного вопроса, ты будешь только любопытство свое удовлетворять. Не, ну я же с Рыбниковым приеду, им будет интересно обсудить этот вопрос. Половинку. Скажем прямо, да? Спасибо. Для Рыбникова весь материал есть. Речь идет о... Ну, так это ж, смотри, есть материал, давай, скажем, на схеме, а есть материал уже в рабочем варианте. По крайней мере, уже виден будет опыт. Ты как раз... Не надо. Как раз будет видно, как этот работает. Он же ничего не скрыл. Что там скрывать? Я понял, поинтересуйся просто. Еще раз, Серег, вы странные люди. Очень. Вы все считаете возможным приходить в чужие дома? Я ничего не считаю возможным. Я возможным считаю поинтересоваться. Я уже интересовался. Насчет Рыбникова. Да не насчет Рыбникова. А вот видишь, значит, я тебя прошу насчет Рыбникова узнать. Вот ты хитрый лис. Вот согласен, что ты хитрый. Рыбников не занимается замерами. Очень даже занимается и очень даже интересно. Хочешь, я сейчас позвоню при тебе и все это он тебе ответит. Рыбников был здесь. Здесь был Кунгуров. Вы здесь были? Почему вас не было здесь, когда был Кунгуров? Во-первых, у меня тоже есть дела, которые я решаю. Ну вот начинается. У меня освободилось, есть свободное окошечко. Можно договориться? Узнать нет, хотя дружище, бы. А это ты уже становишься... А родина рамки. Требует полной самоотдачи. А как же я буду кормиться? Ты вот меня сегодня за бензинчик не заплатил, а я тебе самоотдачу полную по ведряджению рублю. У меня на карте 300 рублей. Ну что мне тут 300 рублей? Ну как что? Смотри, ты вот попасть в гости хочешь, еще и на бензинчик с меня просишь. Нет, я тебя не прошу. Я тебе про ты говоришь, полная ли самоотдача. Вот я сейчас Серега, тебе сказал платить Серега, или капитан. Нет? Серега, нет, капитан. Я не сказал тебе платить, я тебя отвез. Ты согласился. То есть ненавязчиво и непринужденно. Я понял, не о том, Серег. Да. Вообще не о том разговор. Ну давай, короче, так, ты поинтересуешься и все. Ну вот народ, видишь, волнуется, скажи, я поинтересуюсь. А он же вправе сказать нет. Тут, скажем, этот, как его, блин, помнишь, мы не попали к нему. Он то согласился, а потом нет. Шконь. Да. Ну, так мы ж не обиделись, ничего, все нормально. И здесь не обидимся, если он скажет нет. Просто поинтересуйся. Ну, за это ж тебя никто не побьет. За спрос по лицу не бьют, знаешь? Сейчас наберем. Да. Главное, что есть стопорные гайки. Шайба. Стопорная ну вот. Шайба. Присаживайся, Дима. Так, Руслан, ну что, наш подопечный. Есть претензии, есть пожелания. 2 месяца он уже трудится. Скоро в командировку. Куда? Сахалин. На Сахалин? Да, вот это круто, вот судьба-то предоставила, а? Путешествие. Да, конечно, они же оборудование делают для рыбы. Поэтому именно Сахалин. Как наладчик, да? Монтажник? Да. Вот это дело. Ну вот, дорогие друзья, в принципе, самое лучшее... И рекомендация ответ. То есть как прошел испытательный срок? Отправляется на Сахалин. Это лучшая оценка. Пока стоп снято. А вторая камера пишет. Так я колбасу ем. Нету тоже.